Привет всем зрителям и подписчикам канала. Вот и снова я вернулся к вам с продолжением прохождения игры «Времена года после падения» или же «Seasons After Fall». Ну и, собственно говоря, нам нужно искать лето. Давайте же искать лето. Потому что лето — это важно. Хоть его уже и нет с нами. Ну и, собственно говоря, нам сказали топать на вершину. Okay, I may moan about the rain, but as you will see, it's really handy when you want to grow a tree. Ну, как бы, да. Ага, понятно. Это растение вобрало в себя кучу воды, и сейчас оно польет нам. А ну-ка. Иху! Жесть, тут бы так в реальности серьезно все росло. Было бы вообще шикарно. Да не, нам больше не нужно поливать. Хотя нам и тут делать особо нечего. Ладно. Как скажете. Ой-ой-ой, не-не-не-не! О. Пороги. Как скажете. Так, мы снова набрали воды, да? Но я думаю, нам тут не вода нужна, а снег. Но сейчас мы это узнаем наверняка. Ну да, как я и думал. Вот так вот. Разломали досочку. Вернее, бревно. Так, здесь опять 25. Так, и где же находится активационный? Ага, он находится аж там. Ага, то есть, Эвана как. То есть, мне нужно в любом случае пока двигаться в эту сторону. Это уже когда мы будем обратно возвращаться. Походу, только тогда мы будем... Так, хорошо, вопросик тогда, что же мне делать, и дабы попасть наверх. Ну и что мне, как мне в этом весна поможет, если я наверх не попадаю. Видимо, я пока не въехал. Так. Так. Чё-то начинаю тупить. Головоломки, как вас решать там? Сюда я упал. Это мы уже поняли. А что дальше-то мне делать? Так, ну давай весна. Но мне нужно как-то нажать. Опа-на. А,
Нифига себе. Честно говоря, вот такого я не ожидал. Честно. Так, ну теперь нажимаем на кнопочку и поливаем деревце. Думаю, что не все так просто, как кажется. Вряд ли нам просто дадут сделать то, что мы хотим. Так, хорошо, а как же мне сделать? Каким же образом мне нажать-то на кнопку? Я запутался. Ну, здесь у нас ничего не меняется. Так, хорошо, каким-то образом мне нужно сломать эту доску. Только каким я пока вообще... Ага. Вот ты. Семечко. И тебя нужно каким-то образом доставить наверх. Ага. Так, ты можешь летать. Это радует. А насколько высоко, интересно? Так, а ты повыше можешь? Нет, повыше оно не может. Так, а если, например, а если я сейчас весну сделаю? Так, ну уже. Так, весной ты выше летаешь. Какое-то странное семечко. Но как надо было делать. Осень там, ветер. Про ветер я и забыл. Но слава всем временам года, мы сделали то, что должны были. Так, семечко, хоть сюда. Хотя не. За мной лети, пожалуйста. Или от меня лети, давай.
Лети, 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 лети. Во. Бей. Еще раз. Бей. Ну вот как-то так. Так, ты у нас любишь весну. Я сказал весну. Или лето ты любишь. Ну, видимо, пока я не могу тебя развернуть. Ага. Да, все-таки мне походу надо летом. Потому что иначе я не вернусь. Листва. The guardian of summer is hiding in this trunk somewhere. We often played together in the summer. But in the end, it was too easy. I always knew where to find him. We just have to be patient and be ready to disturb its offspring. Так. Хорошо, мы нашли светлячка. Получается, нам нужно найти светлячков, да? It's a magic. Ага. А можно обратно, спасибо. Так, а что будет, если я там в другие места пойду? Или меня не пустят? Пустили. Вершина. Погодите-ка. Так, мне этих светлячков сейчас обязательно искать, или это можно сделать уже, когда будем обратно возвращаться? Ну, наверное, так оно и есть. Или же нет. Не знаю, зачем я пришел на эту вершину, но тут пока никого нет. Возможно, все-таки я должен сделать то, что должен. И тогда все будет у нас хорошо. Видимо, так оно и есть. Хотя, наверное, надо было просто времена года сменить. И тогда бы что-то еще изменилось. Ну да ладно. Давайте-ка я хочу сначала пойти наверх. Нам снова нужна сила светлячков. Еще один светлячок найден. Ага. Так, не, прыгать я не хочу пока. Я хочу пока все поисследовать. Раз уж мы здесь, давайте конкретно осмотримся. Ух ты ж, ё-моё. Сколько тут всякого. Так, еще одну нашли. А сколько их всего-то? Ну, как бы ладно, нашли четвертую. Может быть, мы сейчас пятую найдем. Где-нибудь. Давайте искать еще места, куда мы можем проникнуть. Без особых трудностей. Но вроде бы эти места закончились.
По крайней мере, здесь. А нет. Так, тут у нас светлячков никаких нет. Ну, нет и нет. Поищем повыше. О, пятый. Я не знаю, что это мне дает. Но вроде бы как тут. Вот теперь действительно все. По крайней мере, здесь. И у нас был, было еще вот здесь внизу местечко, где, наверное, тоже что-то есть эдакое. Или мы отсюда пришли? Так, тут... здесь нужно найти грибочек. Нам нужно найти грибочек. Дабы он нам дал дорогу наверх. Так, грибочек, тут воды нету, то поэтому давай. Пожалуйста. Спасибо. Отлично. Отлично, шестой. Так, и сколько у вас? Или чем больше, тем лучше? О! Отлично. Мы сделали какой-то рисунок. Или фреску, как не знаю, как лучше назвать. Ну, короче, теперь нам нужно возвращаться. И посмотреть на то, что же мы сотворили. И самое главное, зачем оно нам? Так. Здесь ничего нет. Ну и не надо. Так, ну тут мне тоже делать нечего, по сути. Нужен. Спасибо. Понятно. Мы просто покидаем это место и возвращаемся тем же путем, которым мы пришли. То есть здесь. Так вот. Так, надеюсь, я правильно иду и сейчас я. Ага, во. Это и есть страж, какой-то жук и. Или как это понимать? А. Серьезно? Жук, страж, лето? Ну, ладно, хорошо. Так, погодите-ка. Тогда у меня единственный вопрос. Мы с вами получили силу лета. Я хочу кое-что. Нет, пока сила лета от нас далеко, мы не можем ее воспользоваться. Вершина. Собственно говоря, почему здесь ничего нету? Или я сюда должен буду прийти попозже? Уж как бы, ну, вершина, и тут никого. И ничего. Странно это все. Ну ладно, как бы. Либо тут действительно ничего нет, либо мы сюда вернемся позже. Ну а пока давайте двигаться за силой лета, дабы впитать ее в себя.
Хотя, стоп, если мы вернемся обратно, то нам закроется путь, и мы уже сюда не сможем попасть. Странно, странно. Ладно, Страж, спасибо тебе за очередной фрагмент. Пора его поглотить и узнать, что произойдет там. Такс. Отлично. Вот теперь мы можем воспользоваться. Вообще-то я Лето позвал. Эх, правая кнопка. Люблю я тебя нажимать. Нет, да... А, нет. Так, погодите-ка. Мы должны взрастить деревце. Взрастить его. А значит, мы берем весну. И делаем наше дело. Все правильно. Ну а теперь спокойненько отсюда уходим. Деревце хай себе растет. Fantastic! You have the last fragment. That means we can perform the ritual. Если нам еще позволят это сделать. I want to get started. Так, секундочку. А, я могу допрыгнуть. Фух. Так, отлично. Четвертый фрагмент нам показывает рисунок. Так, и опять он нам показывает непонятный хаос. Опять какая-то воронка засасывающая. Что это значит, я так и не понял. Ну ладно. Типа, что каждый раз все повторяется. Каждый раз жизнь подходит к концу, и мы ее постоянно возвращаем обратно к жизни и, короче... Короче, смысл относительно понятен. Каждый раз мы жизнь возрождаем. Наверное. Такова суть. Так, хорошо. Так, Лето. Лето у нас убирает воду. И убрав воду, мы можем пройти теперь здесь. You know, little seed, you and I are very alike. Much more similar than you'd think. Not just anyone can take part in the ritual of the seasons. Я счастлив, что я избранный. Блин. Упс, как говорится. Так, давай. А, я... Ай, понятно, я весну позвал. Лето. Давай, аккуратненько, аккуратненько. Допрыгивай, молодец. Да потерпи ты. Всему свое время. Вот мы и добрались. Оу. Ага, понятно. Идем. Итак, опять нам закрыли путь.
Так, четвертый камень. Активен. Everything is ready for the ritual. All we need now is you, little seed. Мне кажется, что сейчас произойдет что-то очень плохое. А может быть и нет. Но меня сейчас что-то настораживает. Все вот это вот. Все вот эти вот заросли. И прочее, и прочее. Ну ладно, сейчас узнаем, что будет. Time to waste. It should work, provided all the fragments are together. So, do you feel different? Has anything changed? I don't understand. Why am I still stuck in here? Oh, maybe I made a mistake somewhere. It's because of the fox, I'm sure. Or maybe it's you. Yeah, I should have guessed. You're in cahoots with the Guardians, aren't you? One day they want to abandon me, but when I decide to leave, they don't like it. Never mind. I'll try to perform another ritual again soon, and this time, I'll make sure I'm in better company. Well, little seed, or whoever you are, go now. You were good for nothing except wasting my time. Как бы... Ну, я вас поздравляю, мы мертвы. Итак, получается, я так и не понял, что произошло. Мы все собрали, но семечко не захотело делать то, что от него хотел этот голос. И в итоге лис под воздействием ритуала умер. Ну а сила времен поглотила нашу душу, и теперь мы управляем ею. И что самое главное, пути во все места снова открыты. И получается, мы теперь в духовной форме должны будем навестить снова всех стражей. Ну, что это нам даст, мы с вами узнаем в следующей серии. Ну а на сегодня все. Всем пока-пока.